Мама – первое слово. День матери – праздник, который отмечают в последнее воскресенье ноября. Традиционное торжественное мероприятие для многодетных матерей провели в Миасском ЗАГСе. Подробности в нашем следующем сюжете. Такой теплой песней о любви к главному человеку в жизни каждого началось торжественное мероприятие, посвященное Дню Матери. Быть мамой – безусловное счастье для каждой женщины. Сколько же счастья у многодетных матерей. Именно их поздравляли сегодня все присутствующие в ЗАГСе. Одна из матерей-героинь, Ульяна Красовская, рассказала о своей семье. Детей у меня пятеро, они вот здесь в зале все представлены, но не все, за исключением старшего. Старшему почти 20 лет, младшему 3 годика. Воспитывать, видимо, несложно, раз мы на такое решились. Нам это очень нравится. День матери – международный праздник. В России он отмечается с 1998 года в последнее воскресенье ноября. Говорить теплые слова своим мамам нужно каждый день. Но особенно приятно получать поздравления на праздники, которые проводит Миасский ЗАГС. Сегодня мы отмечаем День матери, потому что такой праздник у нас существует уже давно, и он отмечается в последнее воскресенье ноября. Вот. Сегодня мы будем чествовать трех прекрасных мамочек. Это Подоскину Галину Ивановну, Красовскую Ульяну Васильевну и Фирсову Елену Григорьевну. Поздравить миасских мам приехала председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области. Посетить Миас Людмила Рерих решила не просто так. В прошлом году на конкурсе профессионального мастерства «Мое призвание ЗАГС» миасты заняли первое место. От своего имени и от всех работников ЗАГСа поздравляю накануне праздника Дня Матери всех мам нашей России, нашей Челябинской области, потому что именно тепло материнских рук, именно та улыбка, которую мама дарит в детстве детям, ту любовь, она все-таки отражается на всей нашей жизни. Эта мама у нас самое дорогое в жизни. И поэтому я благодарю всех мам, низкий поклон всем мамам. Пусть они всегда будут счастливы и пусть они всегда будут окружены нашей любовью. Представители администрации также посетили День матери в ЗАГСе. Геннадий Васьков, исполняющий обязанности главы Миасского городского округа, поздравил не только гостей праздника, но и всех мам города. Само понятие, на мой взгляд, довольно собирательное, которое вобрало в себя как раз вот любовь всех поколений к человеку, дающему жизнь. Жизнь на земле. В самых лучших ее проявлениях. У каждого из нас есть мама. И, безусловно, у каждого из нас это самый дорогой, самый любимый и самый важный в жизни человек. Поэтому, пользуясь случаем, я бы хотел, наверное, присоединиться к тем поздравлениям, которые уже прозвучали, либо еще прозвучат в адрес всех мам нашего замечательного города, пожелать им, безусловно, здоровья, большой любви, благополучия, ну и терпения. Для собравшихся в зале мам приготовили большой концерт. Творческие коллективы Дома культуры «Бригантина» пели и танцевали на радость всем присутствующим в зале. Много теплых слов и поздравлений прозвучало в адрес приглашенных. Но самый ценный подарок для них – здоровье и счастье детей. Наталья Русина, Александр Лядов, ОТВ «Миас».